Освещение. Нашему ролику или какому-то определенному фрагменту мы также можем изменить освещение. Для этого нам нужно зайти в раздел «Инструментарий», выбрать «Добавление видеоэффектов» и в соответствующей категории выбрать «Эффект освещения». Одним нажатием левой клавиши, затем нажать «Ок». Слева вы увидите в списке наш эффект. В заготовках вы также можете сделать ярче или темнее ваш видеоролик или видеофрагмент. Также можете все изменить сами. Зажав левой клавишей бегунок, вы можете изменять. Эта функция очень полезная, так как видео бывает снимается в разных условиях и бывает не хватает освещения. Первая шкала – это у нас заливка переднего плана. Вот, зажав бегунок, вы можете сразу видеть на вашем ролике, как изменяется цветность. Есть фоновая подсветка ниже. Вы изменяете фон в основном. Видеоусиление. Вот, видите, яркость как прибавляется сильно. Бывает это очень полезно. И яркость, сама яркость. Вот здесь, в этой рабочей области, вы можете полностью изменить освещение ролика или фрагмента, как вам будет угодно. Также можете использовать ключевые кадры. Просто зажав галочку. Я рассказывала об этом выше. Если все настройки, которые вы совершили, вам не понравились, и вы хотели бы их перенастроить, вы просто можете нажать кнопочку «Сброс». Будет у вас изначальное, исходное видео, какое было до включения эффекта. И снова делать настройки. После завершения работы просто закройте рабочую область.